Мы видим увеличение дорожного фонда на почти на 800 миллионов рублей по сравнению с 2019 годом. Это несомненный плюс. Вместе с тем отмечаем, что если в городской агломерации дела обстоят более-менее удовлетворительно и значительная сумма средств будет направлена именно на городскую агломерацию, в первую очередь город Ульяновск, то чем дальше от райцентра, картина становится менее радужной, и мы обращаем внимание министерства на необходимость увеличения средств на выделение помощи муниципалитетам в отрасли дорожного хозяйства. Но мы всегда также отмечаем, что по безопасным и качественным дорогам необходимо передвижение на качественном транспорте. Поэтому всегда настаиваем на увеличении финансирования программ по обновлению подвижного состава как и электрического транспорта, так и автомобильного. Не устраивает нас ситуация, и поэтому при рассмотрении между первым и вторым чтением мы настаивали на увеличении финансирования такой программы, как пригородные перевозки. Речь идет об электричках. Мы требуем безусловного сохранения этих маршрутов. Министерство смотрит в этом направлении с нами в одну сторону и прилагает максимум усилий. Также мы хотим, чтобы было выделено финансирование на субсидирование авиаперевозок, расширение маршрутов, и работа в этом направлении тоже продолжается.